я сижу, меня умыли, мне куртку дали, то есть я сейчас в тепле, то есть сытый, накормленный. Я тебе могу сказать одно, то, что говорили нам, это все пиздеж. Мы здесь вот сидим сейчас, я и вот кто меня привез. Я могу сказать одно, я не понимаю, вот нахера все это было сказано нам, то, что нам говорили там в России. Здесь дороги у них, вот серьезно, по деревням, везде асфальт, то есть освещение, все здесь полностью, все. Бля, я... А все, что по телеку показывают, это пиздеж. Я сам лично здесь сейчас, Дань, нахожусь. И я знаю, как это, я тебе серьезно говорю, да. В Харькове наши войска бомбят. Не украинские войска, а наши войска Харьков бомбят. Они по городам идут. Чтоб ты понимал, нас скинули здесь нахуй просто как свиней.